25 апреля в Омском государственном техническом университете в рамках Всероссийского фестиваля «Дарение мы вместе» прошла креативная встреча проекта Росмолодежи «Лига будущего». В молодежном пространстве «Точка кипения» студенты под руководством модератора обсудили инициативы, которые могут принести пользу российскому обществу. Проект «Лига будущего» посвящен, с одной стороны, некоему социальному исследованию, сбору информации о том, какие есть умонастроения, веяния среди молодежи. Другое – это сбор креативных идей, которые могли бы инновационно влиять на нашу экономику, политику, на всяческое развитие общества и государства. В Омской области фестиваль «Дарение» проходит при активной поддержке регионального министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта. В рамках креативной встречи особое внимание было обращено на социальные и добровольческие инициативы. Студенты разбились на три группы и обсудили большой спектр актуальных проблем, поделились своим опытом участия и реализации социальных проектов, а также предложили инициативы, которые, по их мнению, нужно воплотить в жизнь. Данное мероприятие – это отличная возможность для студентов реализовать свои какие-то инициативы и получить консультации по их жизнеспособности и возможности их применить на практике. В частности, наш коллектив предложил несколько идей, и все они направлены на профилактику каких-либо социальных проблем, как это является основной структурой социальных проектов. Один из проектов посвящен межнациональному согласию. Это форум, который состоит из множества этапов. А второй формат мероприятия – это сериал, который посвящен профилактике социальных проблем в коллективах. По итогам креативной встречи омские студенты направили свои идеи на сайт лигабудущего.рф. Все инициативы российской молодежи пройдут научное рассмотрение, и из них отберут топ-100 идей, которые будут реализованы и получат ресурсное сопровождение в течение года.